Боксер, профессионал, чемпион Азии по версии WBC. В полутяжелом весе Ибрагим Цуров будет представлять Дагестан. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Махачкале. Обладателем чемпионского пояса в весе до 79,5 килограмма он стал 3 июня. В Баку ему удалось нокаутировать хозяина ринга Малика Мамадзада. Успех в профессиональной карьере спортсмена стал 6-м по счету. Спорт – это очень тяжелая вещь. Ну, без поддержки, я, честно говоря, это очень тяжело чего-то добиться там, потому что нужна команда, которая бы тебе помогала выходить на ринг. Раньше, когда я как бы боксировал, я думал, что здесь основная задача боксера – просто выйти и боксировать. Но на самом деле до этого ринга, оказывается, нужно дойти.